Че, за сколько оцените свою машину? 3 ляма просим, брат. 3 ляма? 700 тысяч тенге сейчас она максимум стоит. В смысле? В смысле, гризлина? Ты сейчас утилизбор видел, вот этот утилизбор? Максимум у тебя 500 тысяч тенге может стоить. Схуяли. Сраяли. Ты что, утилизбор вообще не слышали, что ли, пацаны? Утилизбор сейчас вышел, сейчас 50% максимум. И все, блин. Закон вышел же. Давайте максимум 500 тысяч я заберу. Блин. Брат, все вообще блесен был утилизбор, деген некин? Конечно знаю, пацаны, вы что, блин? Утилизбор сейчас везде уже гремят, блин, в новостях же трибут. Говорят вот, 50% все. Че, утилизбор, деген не олым? Сындыр, через год. Машина арзандайт деген сөз. Жоқ, ол машина арзандайтын бәріміз білеміз ғой. Сен конкретно түсіндіріп берші, утилизбор деген не ол? Уйзнайт енді. Мен машина арзандайт деп отыр. Who are you talking to right now? Do you know how much you make a year? I mean, even if I told you what a business big enough that it could be listed on a NASDAQ goes belly up. Disappears. It's let me clue you in. I'm not in danger, Scott. Что случилось? Татьяна, что за срочность такая? Татьяна, ну-ка идите сюда, разговаривать будем. Вы взяли на меня второй кредит, теперь опять его снова не платите. Вы мне сказали, что большая необходимость в деньгах. Что за необходимость? Я iPhone купила дочке. Какой еще iPhone, Татьяна? Вы не можете оплатить кредит, берете. Это же не необходимость же. Можно же было потерпеть. Как не необходимость? У дочки моего хайнара самый последний iPhone. А мы что, чмошники что ли? Это была необходимость. Мы нуждались. Татьяна, знаете, мне это уже все осточертело уже. Все. Мне это все не нравится. Знаешь, дорогой, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Не звоните мне. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Дай, Гуля. Да. Новенький. Ой, прости, заждался? Да нет, полчаса всего уже прошло. Блин, так глаз болит. А что с ним? Посмотри. Да нет, нормально вроде. А этот? Да нормально все, глаз как глаз. Блин, кстати, я ж пальто купила. Ты мне ничего не сказал. Как тебе цвет? Классный цвет. Классный, мне нравится. Ну нормально, скажи. Да нормальный цвет. Кстати, давно тебе хотела сказать. Панель такая кожаная, гладкая. С тобой нормально все? Ты каждый день эту панель видишь. Че, куда дальше? Куда едем? Ой, даже не знаю. Куда бы ты хотел? Не знаю, поехали домой тогда. Ну ладно. Здравствуйте. А, вы насчет работы, да? Вот это вот ваше резюме, да? Ага, ага. 3 года отсидели. А что вообще умеете делать? Ну, я могу это там. Чефир заварить. По понятиям объяснить могу. Все? Так. А почему мы вас должны на работу взять? У меня есть паспорт вакцинации. Все, берем. Все. Пап, привет, познакомься, это моя девушка Карина. Здрасте. Ладно, ты с папой посиди, пока я пойду переоденусь, хорошо? Давай знакомиться. Карина. Крошка, ну ты поаккуратнее, что ли? У моего сыночка вкус тоже хороший, только в красивых мадемуазелей влюбляется. Спасибо. Ты тот самый ураган же с 79-го, тоже крышу сносишь. Спасибо. Мы ж джентльмены, ёлки-палки. Не то что и сосунки твои, ё-моё. Ну еще это самое, потанцуем, а? Диско, может. You're my heart, you're my soul, I keep it shining. Пап, блин, опять ты за свое! Перестань, блин, иди сюда. А чё, ё-моё? Я имею право, свободный мужчина. Только мамке не говори. Ой, всё. Карина, пошли. Смотри, значит, задача сделать что-то непонятно что с помощью вот чего-то такого, желательно в каком-то виде. И самое главное, как-то вот так вот воплотить, чтобы в итоге классно вышло. Дедлайн завтра.
Миржан и хочу у себя в гардеробной поставить видеокамеру. Гардеробную видеокамеру зачем тебе ставить? Да. Мне кажется, что у меня в шкафу кто-то ковыряется. Вот когда нас нет дома, да, я вещи вот так оставляю, прихожу, они вот так лежат. Ну, кроме нас дома только мама. Ты думаешь, мама, что ли? Не знаю. И что ты камеру поставишь, ну, увидишь, что мама, и что тогда будет? Покажешь ей видео, ей станет неудобно. Она обидеться может. Ты, во-первых, может, это ее хобби дано. Ты нарушаешь ее личное, врываешься в ее личное пространство. Ты что? А завтра ты ей скажешь, за детьми посмотрите, что она будет, посмотрит за детьми, что ли? Он скажет, а все, халява закончилась, вы меня спалили. Тебе что важнее? Чтобы за детьми смотрела, или чтобы твои вещи перевернуты были? Ну, за детьми, чтобы смотрела. Ну все, зачем тебе камера стоит? Ладно, не буду ставить. Да, немножко о людях думай, ты что только о себе думаешь? Здрасте. Добрый день. Так, мне нужна шуба в подарок Янешке. Вот Соболя, отличный вариант. Ты что, меня не слышишь? Я говорю, Янешке, мама мужа моего. Что-то дешевое и с прошлой коллекции. А, все поняла. Угу. Динара? Симба? Ой, Янешка! Салим салмай хуш магам бундай жерде, не надо мне показухи. Не себешь сунда. Я вам подарок на 8 марта ищу. А вы что делаете? Менде сагам подарок алуга келесиңиз мар. Мне ең бюджетный вариант, ескі коллекциядан. Че, меня не слышала? Я тебе говорю, Енешки, мамочки моей, иди соболь неси. Акель, акель, акель. Самый бюджетный мнама? Я. Нормально. Давай, Динара, саган алайк. На жир норка, кожа, главный не полнит. Зачем киюн ахшасын курта вересын? Чур, кассага. Давай, давай, Динара, чур. Вы знахарь, да? Ну, я. Я с города приехал. Заходи. Рассказывай. Что-то кейін кезде подкаблучник болып жүрмін чересчур. Айтқан істеп жүрмін, әйелім. Сон емдей аласыз ба? Так, идет сеанс. Повторяй за мной. Слушай сюда, женщина. Слушай сюда, женщина. Жестче. Слушай сюда, женщина. Еще жестче. Слушай сюда, женщина. Все. Кто в доме хозяин? Я хозяин. Жестче. Я хозяин. Еще. Я хозяин. Запомнил? Да. Все, зафиксировали. Ты свободен. Все, Татьяна, Рахмет большой. Жестче. Рахмет, Татьяна. Молодец. Деньги давай. Какие деньги? Место знаешь, женщина. Сапарыч, блядь, что случилось опять, а? Да ничего, я устал уже от этой сварки, понимаешь? Устал, вот здесь вот стоит. Ну ты же лучший сварщик, ё-моё, в городе лучше тебя никто не может вот так сваркой заниматься. Ну и чё, тут не лежит душа уже, понимаешь, а? Может, я, ты же не знаешь, может, я тиктокером хотел стать. Да когда тиктокер, блядь, Сапарыч, гонишь, что ли, блядь? 35 лет у тебя стаж, ты чемпионат выиграл, это, чемпионат мира по сварке выиграл. Айда, тикток, ё-моё. Ну и чё, ну не лежит душа, понимаешь? Чё, всё-таки тикток, да? Конечно. Да нет! На себе ты, баба, мне. Рубан! Смотри, полно людей из-за этого же. Аппаратура классная, сейчас попоем, ага. Да, здравствуйте. Девушка, сегодня выходной, людей много, и придется подождать, хорошо? 20 столов, по 2 песни. Блин, ну давай подождем, да? Попоем же, попьем. Синий хочешь петь, да? Ну да. Да. Ну подождем. Это моя песня, я хотела это петь, блин. Надо вычеркнуть теперь списка. Да поехали ко мне, ё-моё. Нет, давай попоем чуть-чуть. Ну, утром звук, блин. Чего там у тебя дома, будем просто сидеть, что ли? Блин, это тоже моя песня же была. Блин, там второго нокнули, слышишь? Иди, блин, что ты делаешь сейчас? Караоке, сижу-лежу. Очередь, что очередь там, да. Сейчас, 8 столиков, да? Зубочистка. Козёл, подождать не мог, блин. Сегодня мы закрываемся, уже поздно, 7 утра, понимаете? Завтра допоете? Завтра? Завтра, пожалуйста, приходите завтра. Вон 3 стола еще, они тоже не допели, допоете вместе. Че, я чуть зря ждала, что ли? Сюда не видит.